что-то проснулся я. Ой, блин, сейчас. Так, крт-крт сделал. Ой, сейчас я пойду на это, в туалет. Потом я... Ой, чё это с ковриком-то? Ладно, потом переставлю. Сейчас туалет. Вот так, так. Все. Пойдем теперь умоемся и переоденем одежду. Где она? Опа, включаем. Так, сейчас мы включим вот эту... дичь. Так, ее нужно открыть, включить. Так, мы ее наполнили. Отлично, сейчас мы зайдем в ванну и начнем купаться. О, так, точнее, мы после нее пойдем. Сейчас мы снимем одежду. Теперь начнем купаться. О, все, я вытер. Вытерся. О, я все пришел. Так, опа, всем привет, дорогие друзья. С вами снова я, ваш дорогущий друг Ликс. Ребята, и сегодня мы приготовим с вами наш торт. Так, берем. Я вот здесь закрытый оставил. Вот это, чтобы он нормально встал. Его нужно на час поставить. У меня уже... Он уже готов, и скоро его в духовку или в печь, хотя нет. Тут его осталось кое-что с ним сделать. Сейчас мы из него торт сделаем. И, ребята, достаточно преобразовать вот здесь так. На-на-на-на-на, разливаем молоко, смешиваем. На-н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 а. Смешиваем, так. Ура, у нас получилось смешать. Все. А теперь это мы в духовку. В духовку поставим. В духовку. Все. Ребята, сейчас мы достанем уголь, а потом уже... Так, ребята, все. У нас все готово. Уголь истрачен. Я его только что выкинул, ребята. Я только что на паузу поставил. И, ребята, давайте посмотрим. Так. О, четко. У нас получился тортик. Теперь его можно нарезать. Ребята, давайте-ка поставим его наверх холодильника. Ой, вот такой он вкуснятина, вот так он выглядит. Четко вообще, четко. Давайте-ка мы выбросим это ведро, пока мы в мусорку. Я в мусорку кидаю через окно, ребята. Давайте-ка поставим его обратно, может он мне пригодится еще. А, это ведерко. Я знаете, куда высыпываю уголь? Я вам не скажу, я кое-куда высыпываю. Ребята, и давайте-ка мы выйдем лучше. И... Срочно в горячий душ! Срочно в горячий душ! Ой, блин. Господи, так холодно! Ёкарный бабай! Господи, это как? Чё, зима, что ли, наступила? А я говорил в треке, что зима очень плохая. Сколько людей погибает? Именно декабрь. Декабрь именно в этот месяц очень много людей погибает. Да-да. Наверное. Я так думаю. Мне так кажется. Так, ребята, где-то у меня была куртка. Давайте-ка сейчас мы пойдем за куртку. Ой, ребята, я сейчас вернулся только что. Я вернулся, ребята, давайте-ка. Одеваем эти штаны. Вот так. А теперь оденем вот эту куртку. Вот так. И давайте-ка наши ботинки оденем. Давайте-ка выйдем. Ребята, уже чуть-чуть мне тяжеловато стало ходить в этом. Ну да, он такой. Вот такой он. Большую скорость отнимает. Не, эта куртка слишком тяжелая. Давайте оденем другую. Сейчас вернемся. Блин, это то, что вы увидели всякие команды, ребята.
Это какие просто настройки. Настройки камеры, ребята. Давайте-ка поменяем. Game Mode, это имеется в виду фронтальная камера. Просто фронтальная камера. Например, я поставлю, например, Game Mode 1, у меня будет вот так. Поставлю Game Mode 0, вот так. Это фронтальная камера просто. Это настройки камеры. Я даже вот могу вот так включить FPS камеры. 100 на 117. Так что не удивляйтесь, да. Это не режим творческого чего-то, запомните, мы в реальности. Так, где там у меня наша лопата? Так, вот же она, мы берем эту лопату и идемте поскорее сейчас убирать этот снег, ребята. Вот так, ой, я гравий случайно задел, вот так. Вставляем гравий обратно. Ты что здесь стал? С Новым годом! Скоро будет Новый год! Прости, но я это не праздную. Что это? Что это такое? Я понять не могу. Почему? Вот это все. Вот это вот не убрали. Что это? Ой, такой холодный лед, такой холодный лед, такой холодный лед. Блин, хорошо, что я. Блин, я хорошо, что. Блин, я забыл перчатки. Зря, очень зря. Блин, эти. Снег этот очень холодный. Этот. Ой. Ты что ли кинул? Получай. Да это не я. Ай. Зачем ты меня кинул? За то, что ты в меня кинул. Не надо было меня кидать. Знаешь, да пошел ты. Ой, что это здесь творится? И я случайно кинул. Ладно, уберем эти снежки, а то у меня уже холодно. А, все, холодное такое. Пластинка уже здесь валяется. О, Ликс! Ликс, с Новым годом, скоро будет Новый год. Уже второй житель мне это говорит. Так, ребята, я ненавижу это. Я ненавижу, когда так слишком холодно. Давайте-ка просто мы уберем здесь снег возле моего дома. Ликс, зачем ты убираешь снег? Чтоб ты спросил, блин, я... Ты смотри. Ты что-то какой-то грубый. Я просто убираю снег. Чтоб возле моего дома не было такой дичи. Эх, Лекс. Что с тобой не так? Ты никогда Новый год не празднуешь. И не буду. Мне это на... Мне плевать, я плевать хотел, не хочу это праздновать. Эх, все будут салюты взрывать. Ладно, Алекс. Блин, чё ко мне все пристали-то? В принципе, нормально. Вот рядом с моим домом теперь не будет снега, блин. А этот снег возьмите себе. Алекс, лови! Что? В смысле? Блин, совсем обалдел? Ты что, в меня? Поторгуемся? Да иди ты вон, а, со своей торговлей. Ты что ко мне пристал? Ладно, я выкину этот весь снежок. Чтоб больше не ставили мне этот снег. Ненавижу это. О, горка! Горка, ребята, горка, горка. Новый год очень плохой праздник для меня. Так, ребята, неужели, неужели? Горка, впервые у нас... Кто хочет прокатнуться? Здесь бесплатно. Да, конечно, я хочу. С лопатой нельзя. Да как же вы достали, блин. С этим нельзя, с этим можно, с этим нельзя, с этим можно. Я, блин, второй раз чуть не умер. Ребята, прикиньте, я чуть не умер второй раз. О, Ликс, передай от меня подписчикам привет. Ребята, он вам передает привет. С Новым годом вас. Да как вы достали со своим Новым годом. Блин. Просто Новый год идет, просто Новый год. Можно не праздновать, можно просто... Новый год просто пришел, все. И чё? И чё здесь такого? Каждый год он приходит. Так. Берите вагонетку. Первый участник Ликс. Далее за ним Володя и Виталий. Да блин! Так. Следующий у нас будет Володя. Уху! 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 Такая четкая горка! Ой,
язык сможете вернуть в вагонетки? Хорошо, сейчас. Я возьму эти вагонетки. Ой. Блин. Так, первую верну... Возвращаем. О! Так, там еще какой-то Володя вроде бы. Так. Блин, ну что ты сел-то? Так. Ага. Да блин. Нужно как-то сразу по ним поехать. Так, давайте-ка. Садимся. Неужели сейчас поедем? Да, ребята. Все, отправляем наш поезд. Следующий, Володя. После него... Так, ребята, вы прикиньте, короче, монстров нам удалось победить. Я уехал с той деревни. Не дай бог еще что-то будет там снова, если я приеду. Я туда больше не вернусь. Наверное. Так, ребята, у меня жестко все шумит. Блин, мне очень холодно. Я имею в виду... Ой-ой, мои грядки вымерли. Как я ненавижу эту зиму. Ненавижу. Просто ненавижу. Неужели? О, сейчас у меня все отмерзнет. Новый год, то нам радость. Заткнись! Ликс, ты что грубишь? Ты совсем чокнулся? Новый год! Всем заткнуться! Ликс, не командуй! Да что ж такое, ребята, я не пойму! Так, елочку, да, значит, установили? Ребята, а мы пойдем против. Давайте-ка испортим всем настроение. Из-за какого-то Нового года все должны страдать и деньги тратить. Или еще что-то. И там, короче, вот знаете, вот что-то за... Ну, короче, ладно... Ать! Какого черта? О, я классно здесь бомбу X500 порвал. Ты совсем спятил, ты? Ха-ха-ха-ха. Законно. Ты что пялишься? Что я пялюсь, тебе врезать или нет? За что? Я просто хотел зайти домой, ты... Я чуть в инфаркт, блин, из-за тебя не упал. На тебе, вались в эту яму, ай. Тупой. Сами тупые еще на меня, блин, винят. Все, ребята, план по уничтожению елки. Берем топор нафиг. И пойдем уничтожать, пережигать эту елку. Мне плевать. Ой, забыл свет вырубить. Блин, у меня свет включенный. Так, ребята, выключаем свет. Выключаем в туалете свет. Я забыл вырубить везде свет. Так, вы меня здесь топчиться, да, будете? Вы сейчас будете топчиться, да? Я закрою дверь. Так, я пойду поломаю эту елку. Мне плевать. Так. Аккуратно поджигаем. А почему елка горит? Или это не елка? Ай! Ай-яй-яй-яй-яй-яй, обжегся, обжегся. Лекс, ты не понимаешь, что это? Нет! Елка горит! Гори! Ликс, ты совсем спятил? Что ты говоришь? Сдохни, сдохни, елка. Гори, блин, гори. Ликс, ты совсем... Что ты меня кинул? Совсем, блин. Пускай горит. Все вот новогоднего настроения вам. Зря мне, блин, бомбочки прям по дверью взрываете, да? Блин, ну ты козёл. Больной Ликс, совсем больной. Совсем больной. Весь Новый год испортил. Мы еле-еле таскали. Да мне плевать, вы мне. Я чуть не умер из-за ваших бомбочек. Вы еще мне здесь будете хамить, да? Нате вам на эту большую игрушку. Ликс! Ай! Ты что, думаешь, я не могу на тебя руку поднять? Итш! Ай! Женщин бить нельзя! Плевать! Вы мне бомбочки под дверь взрываете. Я вам буду елку сжигать. Нет!
Ёлка сгорела! Ёлка сгорела! Ликс! Топай! Это Ликс, это Ликс! Киньте камень ему в стекло! Что за... Чужое имущество сломал, козёл! В смысле я, козёл? Совсем, блин, больные! У тебя будут проблемы! Блин, мне окно сломали! Это тебе за то, что ты меня ударил, скинул в эту яму, а я просто взорвал бомбочку. Нефиг мне было, блин, взрывать бомбочки! Ничего, я вам покажу. Бомбочки, да? Сейчас мы... Вот гадин, реально камень кинул. Я им такие бомбочки устрою, они не обрадуются. Я им такое веселье испорчу, ребята. У меня есть мастерская. Я сейчас буду делать искусство. Сейчас мы зайдем на мастерскую. На нашу мастерскую. У меня где-то был светокамень. Сейчас я открою здесь дверь. Я это поищу вот здесь. А вот же он. Сейчас мы его возьмем. Вот так взяли. Ребята, наша мастерская. Сейчас я принесу еще один, еще кое-что. Ой, ой. Сейчас мы начнем мастерить. Вот так, да. Так, вот так. Вот так. На, вот так сейчас. Начнем. Вот так делать будем. Вот так вкручиваем. Есть. Отлично. Отлично у нас получается. Неужели? Давайте так. Вот так вкручиваем. Ребята, мы сейчас. Так. Отлично. Все, готово. Спустя полчаса, даже полтора часа у него получилось. Снова повторю, полчаса спустя у него получилось. Так, осталось лишь вывести это на улицу. Вот так. Мы тебя отомстим, Ликс! Ты уничтожил нашу ёлку! Как он мог взять его и разрушить? Эй, смотрите, что у меня! Ликс! А ну иди сюда! Как ты достала? Достала меня бить, блин! Я все больше расскажу. Рассказывай. Ликс, топай. Фух. Ты что делаешь? А, моя челюсть. Не смейте со мной так разговаривать. А теперь мы в центр улицы это сделаем. В центр улицы вывели эту вещь. Что он делает? Что он делает? Я рычаг забыл принести. Блин, опять камера лагает. Game roll, cheating. Блин, я камеру только что починил, она упала в воду. Вот теперь она 200 FPS. Упала в воду, но 200 FPS теперь стала. Ликс, тупой! Сейчас я вас подожгу здесь. А? Террорист! Сам ты такой, понял? Пошел он! Сам ты пошел он! Идите отсюда вон от меня! Пошли вы вон все! Я защищаю вас! Пошел вон! А мне пофигу. Так. Топтайте! Что он здесь строит? Будем топтать то, что ты строил. Так как ты потоптал то, что мы строили. Ломайте! Вы никак это не сломаете, здесь прочные провода. У вас силёнок не хватит. Вы что? Из себя кем считать стали-то? Ликс фу фло! Да мне плевать, говорите, что хотите, мне плевать просто. Знаете, мне просто вот настолько плевать, что я аж... Не реагирую на вас.
Пошел ты вон. Ой, я... Он сознание потерял! Он его убил! Ничего не убивал я его, он просто сознание потерял. Как вы меня бесите, все, я тебя сейчас утоплю. Спасите, спасите! Террорист! Сам ты такой. Все. Все, машина Супер-Потато, взрыв активирован. Ну чё? Бам-бам-бам! Бэнг-бэнг-бэнг! Ликс, ты больной! Ты все сломал! Ты все сломал! Ну и чё? Ай, мой нос! Ты поплатишься за это. Сейчас я вас... Я сейчас такое здесь сделаю. Сейчас я такое устрою. Я сейчас вам замесу из ТНТ сделаю. А, новое здание скоро строится. Ликс сейчас его сломает. Ничего страшного. Мне как-то даже плевать. Вы решили пойти против меня. А я пойду против вас. Вы мне дом сломали, а я вам всю деревню сломаю. Ликс, террорист. Террорист. Сами вы такие. Так. Чё все затихли? Боитесь, да? Нефига было взрывать перед моим домом бомбочку. Вот, ловите ваши бомбочки, блин. Сейчас мы вас, вам такую хайтву устроим. Сейчас найду я этот рычаг, блин. Так я его заменил уже. Рычаг нашел. Так, плевать. Ну чё, готовы? Готовы, да, к разнесению? К разнесению и ужаса. Подрывайте его дом! Не смейте даже, не смейте. Не смейте. Не смейте даже. Вы не посмеете. Ловите фигню! Ломайте его грядки! На! Помогите! Помогите! Это вам за то, что мне дом подорвали. А я сейчас пойду чинить свой дом. Нечего было всякую фигню творить. Так, у меня дом слегка поломался, так что к восстановлению он годен. К восстановлению он годен просто. Просто без слов он годен. Так, ребята, где у нас этот... так, стекло у нас поломано, ничего, починим. Ну чё? Ну чё? Всю зиму испортил. Блин! Ликс, тупой! У меня идея! Схватите его! Стоять всем! Стоять всем! А-а-а! Кто это? Кто? Где? Я здесь, блин! Чё? Посмотри назад! В отличие от вас, он сделал правильно. Ты кто такой? Ты кто такой? Я злодей. Разрушитель Нового года. Ты как я ненавидишь его. Я тебе помогу. Что ты хочешь? Хочу, чтобы все поняли урок. Что такое подрывать бомбочки под моим домом? Бомбочки, говоришь? Смотри, что я сделаю сейчас. Я сейчас заберу их всех отсюда и начну мучить. В смысле? Это как понять? А вот так. В смысле? А где все? Я их собрал. Вернутся только те, кто пройдут все испытания мои. Пока. Нет, он реально всех забрал? Что? В смысле? Это что, не шутки, что ли? А где все? Он реально их забрал? О, там последний житель остался. Ой, я только проснулся. Пора бы грядки сделать. Ой, что-то холодно. В
Почему мне холодно? Нужно выбраться. Что за голыбалда? Чуть сознание не потерял. Житель! Что такое? Ликс, привет! А почему здесь все снегом? Неужели зима наступила? Почему все подорвано? Я понять не могу! Житель, пойми, короче, здесь какой-то монстр пришел и всех жителей забрал. Как это понять, забрал? В смысле забрал? В прямом забрал! Вот здесь появился какой-то скелетон и всех забрал. Что-то странно. Поэтому, что ли, никого-то не видно? Или все прикалываются надо мной? Нет, никто над тобой не прикалывается. Я просто здесь елку уничтожил. Какую елку? Сейчас же не Новый год еще. Ну блин, ну ты же знаешь, что я ненавижу Новый год. Ну да, это я знаю. Ну вот так, короче, нужно что-то делать. Господи, где все? Блин, реально всех забрал. Даже в дом тусовки нет никого. Тут здесь, здесь только это, дичь какая-то. Странно. Ладно, ребята, здесь что-то не так. Эх, что-то я не могу понять, почему здесь все так случилось. Ребята, как до этого дома добраться, я не пойму, ребята, я... Что случилось? Мне стекло выбили. Здесь еще этот, сосульки висят. Я чуть сегодня три раза не умер уже. Лианы. Да. Жалко он погиб. Я не мертв. Слушай ты, негодяй, уничтоживший Новый год. Кто это говорит? Я перед тобой. Я Паул Джонсон, мое правильное имя. А не Паул Джонсон. Паул Джонсон. Ты осмелился уничтожить Новый год. Теперь поплатишь. Зря ты уничтожил Новый год. Я живу в этой статуе. Ну что, повеселимся, Блэкбери? Тебе конец. В смысле мне конец? Это как? Я не пойму. Не-не-не-не-не-не-не-не. Я лучше зайду в дом. Провались! Что это? Нет! Блин, я не могу это слышать! Страдай! 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 Запрись в этой клетке! Запрись! Нет! Нет, 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 нет! Страдай! Я буду преследовать тебя! Страдай! Теперь ты будешь ходить, и у тебя под ногами будет огонь! В смысле? В смысле? Он мне тут говорит! Давай-ка поиграем! Да сгорит твой дом! В смысле? А, мне жарко! Мне жарко! Что делать? У меня только выход сюда! Нет-нет-нет-нет! Я не хочу сгореть! Что? Что ты делаешь? Ты мой дом сжег! Поплачешь ты! Ёлку мудрости уничтожил! Нечего было у меня прям перед домом взрывать бомбочки. Я здесь главный. Я! А теперь ты сейчас взлетишь и попадешь в мой мир. Что в смысле? Нет, нет, нет! Нет!
Опять камера лагать начала. Она будет делать так. Оп. Что? Где я? Где я? Я не пойму. Что это было сейчас? Что? Как это? Где я? Это ты сейчас стоишь на моем блоке. Я тебя поставил сюда. А теперь ты, я заберу у тебя половину сердца. Нет, я должен выжить. Я сейчас сделаю это. Я сломаю этот блок.